11 декабря Общественная палата Одинцовского округа проведет День бесплатной юридической помощи в Кубинке. Квалифицированные специалисты проконсультируют жителей округа по семейным, наследственным, жилищным, налоговым вопросам, проблемам гражданского, уголовного права и социального обеспечения. Прием граждан проведут представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирина Миронова, а также председатель и члены Общественной палаты. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимы.